нас проходит республиканский кубок городов. То есть инициатор — это автоклуб «Ночные тени». Кубок этот проходит не первый год, но, к сожалению, в прошлые годы он миновал наш город. То есть это первое республиканское мероприятие официальное, которое здесь проходит вот на этой трассе любезно, которую нам СЭС Журжева предоставила. Ничего. Все. Как заезды? Тоже ничего. Последний был самый лучший, полагаю. Как появилось такое увлечение? Очень просто. Я купил вот эту машину. Это получилось у меня первая спортивная машина быстрая. Ну, мне стало интересно сразу, как, насколько она быстрая. Ну, вот я приехал. Ну, сначала на такие, на нелегальные гонки в Минске. Вот, проверил, посмотрел. Ну, едет быстро, захотелось еще быстрее. Я тут ничего не понимаю, может, что-нибудь расскажете, покажете. Да мы сами не понимаем, еще просто смотрим. Ну ладно, и мы посмотрим. Как давно увлекаетесь? Ну вот помню, было мне, наверное, лет 8. Был у папы мотоцикл. Ну, как бы с тех времен. Ну, я не знаю, что даже сказать. Вы так вопросом в ступор поставили. То есть, ну, я живу этими гонками уже 10 лет, как бы. То есть мы как... Я как представитель сообщества R2R. То есть мы делаем все совместно с ДСАФом, чтобы популяризировать. То есть строим проекты. Все это на добровольных начинаниях, скажем так, некоммерческо, кругом за свой счет. Поэтому, ну, что сказать. Пускай развивается этот спорт. Он очень интересный, технический. То есть...